Масштабный фестиваль инновационных идей состоялся в Кызыларде. В нем участвовали около 1700 молодых изобретателей. Юные инноваторы представили на конкурсе интересные разработки, многие из которых действительно могут помочь казахстанцам. К примеру, одна из таких идей – умные очки для водителей. Школьники уверены, что благодаря им можно сократить число аварий на дорогах. Усталость водителей в дальних поездках часто приводит к серьезным авариям на дорогах. Но школьник из Кызыларды Кайсар Матагул придумал способ, как не дать уснуть человеку за рулем. Вместе с одноклассником они разработали проект специальных очков. Работают они в автоматическом режиме и фиксируют все движения глаз. Как только водитель начнет засыпать, аппарат буквально бьет тревогу. Если ваши глаза остаются закрытыми в течение 2 секунд, автоматически включается сигнал тревоги. Громкий звук будет водителя. Если же еще добавить функцию торможения автомобиля, если человек засыпает, и датчики это уловили. Фестиваль инноваций проходит при непосредственной поддержке акима области Нурлыбека Налибаева. Молодежь спешит воспользоваться возможностями. Конечно, еще не все проекты доработаны, но главное здесь креативные идеи, которые могут привести к большим открытиям и принесут пользу обществу. Поэтому предприниматели на конкурсе приметили сразу несколько проектов, которые могут быть использованы в программе «Умный город». В век современных технологий, расцвета IT-сферы и развития космических наук большое значение имеет поиск инноваций. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда большое значение придает поддержке талантливой молодежи и привлечению ее в IT-отрасль. Мы такими конкурсами пробуждаем у подрастающего поколения интерес к этой профессии. Проводится такой важный конкурс в регионе уже во второй раз. В этом году попробовали в нем свои силы почти 1700 юных изобретателей, а лучшие проекты поддержаны денежными призами. Стоит отметить и тенденцию к росту числа участников из сельской местности. Я сегодня представил на фестивале проект машины-вездехода, которая работает на солнечных батареях. 2 недели я трудился над прототипом. Думаю, что это очень интересное направление. Солнце – неиссякаемый источник энергии. При этом нет никаких выхлопов, вреда окружающей среде. В 2-дневном состязании инновационных идей были представлены и проекты в сфере мобилографии и медиаиндустрии. Всего призовой фонд конкурса составил 3 миллиона тенге. Кроме того, местные вузы поручили гранты нескольким талантливым изобретателям. Руслан Мухамедьяров, Ильжас Абдильда, Жасалан Бакытбек, Жибек Жылы, Кызыларда.